It's alright, it's a wild ride, taking me high, put me on fire. Всем привет! Сегодня 3 января и у Лешика день рождения. Не забывайте, сегодня в 7 часов по Москве, в 7 вечера по Москве у нас будет стрим. Мы будем с Лешиком сидеть вместе, получать подарки, отвечать на ваши вопросы. Ну а теперь Лешик. А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. Всем привет, с Новым годом! Как сказал Саня, у меня сегодня день рождения. Напоминаю, так как только что он сказал, потому что я знаю, что вы все равно забудете, потому что Новый год недавно был. Сегодня 7 часов вечера стрим, мы ожидаем подарков, мне, посмотрим, насколько вы меня ненавидите. Что еще? Хотел еще уточнить у Александра, когда мы будем футболку разыгрывать, ну, наверное, сегодня я разыграю. Нет? И сегодня мы ее не будем разыгрывать, нам сегодня не до этого, короче. Тем более, там всего два кандидата на футболку, так что, ребята, нам нужен срочно третий.
Вы же знаете, что по законам Российской Федерации больше трех собираться нельзя. Так что быстренько нам третьего подгоните. Ну а мы тут кочегарим, как делал Виктор Цой. Раздуваем меха. Я вам похвастаюсь своими подарками потом. Конечно, на кого весь дым? На Лешика. Это знаете почему? Потому что папа взял бревно. Вот только что дым был в другую сторону. А вообще сообщаю. Сегодня вторник, кому интересно, 2017 год, на улице плюс 5. Правда, мне еще обещали переменную. Ну, меня бортануло. Синоптики. Потому что я вижу только переменную тучность, а не облачность. Ну, солнце с утра было. Ну, солнце было. Пока их сиятельство спало, было солнце. Видишь? Так, ну еще раз всем привет. Как это сказать уже, всех с наступившим, всех поздравляю с моим днем рождения. Так, мне сегодня исполнилось, страшно сказать, сколько, никому не скажу. Значит, поскольку это мой праздник, да, я решил себя побаловать. Ну, как вы просили, чтобы я что-нибудь приготовил, да. Тем более, что штука на двоих у нас второго, сами понимаете, даже нет, первого. Ну, нелогично было, поэтому я решил приготовить крылышки, куриные крылышки в соево-медовом маринаде. Я это дело очень люблю. Вот. Ну, сам маринад мы опустим, ну, в смысле, как этот процесс происходил. Скажу, что туда, исходя из количества крыльев, мы берем меда, ну, обычно там 2, ну, 3 максимум столовые ложки. Потом все это разводим в соевом соусе, добавляем пряные травы, ну, там, что-нибудь типа таких итальянских сборов, они очень вкусные. Ну, все это разводим, помещаем вот в такую посуду, и выглядит это примерно все вот так вот. Сейчас Александр нам это все приблизит. То есть все это вкусная штучка такая, маринад получается такой слегка, знаете, как он, как бы так сказать, обволакивающий, ну, чтобы он не сильно, так сказать, стекал, потому что нам нужно, чтобы он на мангале карамелизовался. К этому делу специально решил я побаловать, прикупил вот такую вещь, как раз сейчас бегал, сходил, я уже договариваюсь, уже очень хочется есть и пить. И сегодня у нас получается будет как раз и день рождения, и мы эту штучку, так сказать, обмоем, ну или обгорим. Ну а сейчас мы займемся выкладкой, не спеша всего этого дела. Пока вы там видели, прогорает костер, папа готовит мангал, усиливает жар желанием своим, и мы им сейчас еще раз все это перемешаю. Нежное куриное крыло. Кстати, к этому делу подойдет и крыло индейки, к этому маринаду подойдет и окорочок. К этому маринаду хорошо, кстати, тоже бы зашли куриные шейки. Также все это сделать. То есть, если у вас планируется такая длинная посиделка, когда вы уже как бы сыты и никуда не торопитесь, то оптимально бы, конечно, взять куриные шеи. Знаете, они как семечки. Начинаешь есть и не останавливаешься. Кстати, забыл сказать, сюда еще чесночка. Ну, на любителя, ну, поскольку мы все такие люди, любящие чеснок, то у нас здесь чесночка в достатке. Надеюсь, на сегодняшнем вечернем стриме вы расскажете, кто как встретил новогодние праздники. Надеюсь, у всех они прошли без приключений, без происшествий. Ох, ребята, жалко, что этот запах не передается, это очень вкусно. Так, ну что, начинаем выкладывать. Выкладывайте каждый у себя, у кого какая ширина мангала. То есть у нас решетка несколько шире, поэтому нам надо брать с запасом, чтобы оно все аккуратненько влезло. Еще знаете, что я бы сказал, что очень бы хотелось, чтобы позвали все это за один раз, чтобы не делать заходы на туда-сюда. Финализируем это дело с зажатием. Ага, нет, надо в самый низ ее. Вот так вот. Вот так вот это все у нас получается. Вот такая штука с запахом. И все. И валим к огню. Вперед! Добиваем последние языки пламени.
Знаете, по закону подлости всегда найдется одна дощечка, которая будет долго гореть. Я думаю, что она уже не горит. И запах уже пошел, запах! Что? Все, процесс пошел, все жарится. Запах идет, запах классный. И вот, смотри, у Сани уже цена повисла сбоку. А знаете, что мы забыли, друзья мои? Мы забыли перед началом процесса, так сказать, спрыгнуть это все небольшой дозой. Вот. Поэтому у нас, кто сегодня самый молодой? Папа. Сейчас мы его отправим в командировочку, чтобы он сгонял. Ох, и ветерок нам в помощь. Если они там были, наследить уже успели. Пыль. Ой, вы только посмотрите на это чудо. А вот это тот самый соево-медовый маринад. Ох, какой запах. Так, пропеллер, пожалуйста. Хороша решетка, мне нравится. В следующий раз мы на ней жахнем курицу табаком. Мы. It's alright, it's a wild ride, taking me high, put me on fire. God, I can't take them.
поддувало. Там вроде немножко подвиднее получается. Ну, нормально, сейчас тут раздуем. Ребят, еще не скоро вообще ее снимать, чего вы паритесь? Да нет, я просто, чтобы на работе. Вот надо... Ой, я слышу. Скрутяло все. Хорошо. Ты знаешь, вот с таким вот темпом скоро снимать. Не, потом нет. Разгребаешь угли чуть по бокам, а это еще лежит, доходит. Будем ее томить. Ой, как вот это откусить. Можно. Вот здесь вот откусить кусочек. Она там уже с запахом. Други, что хотел сказать. Пока тут процесс у нас идет, не спеша, хочу вам сообщить. Представляете, у меня 5 числа как-то вылетело из головы. У тещи день рождения. Вот были вот планы нормальные, съездить на море, показать вам там зимнюю Алушту. Так нет же. Ну, показывать зимнюю тещу я не буду, понятно. Она такая же, как и летняя. Выглядит хорошо, и все у нее прекрасно. Вот. Но все равно как-то я вот думаю, знаете, когда вот все это уже придет, там 5 число, день рождения тещи, я там постараюсь не выпивать. Да. Съездим мы, наверное, все-таки в Алушту, там, 7 числа. Я бы, конечно, с удовольствием бы съездил в Ялту, но что-то пока про рождественские гуляния молчат, поэтому как бы, ну, начнем с Алушты, съездим в Алушту, посмотрим, что там да как, покажем вам, может быть, те здания, которые горсовет Алушты утвердил под снос, которые выстроены с нарушением. Знаете, это не может не радовать, вот. Поэтому как бы такой вот анонсик такой небольшой, скажем так, сделаем. Ну а там может у нас все получится, хотя, судя по погоде, выбраться на перевал уже, наверное, смысла нет. Я думаю, там уже тоже вот такая какость на склонах, поэтому особо там не покатаешься. Вот. Ну, я все-таки надеюсь, что мы, вероятно, куда-нибудь все-таки еще свинтим. Ну, во всяком случае, хотелось бы куда-нибудь съездить, пока зима. Где-нибудь что-нибудь интересное снять, пока опять не началась работа. Фиг куда свинтишь. Ну, подумаем насчет штуки, стоит ли ее продолжать или нет по выходным, потому что, да, что-то как-то актуальность и популярность она теряет. Знаете, вот если смотреть первые просмотры и последние просмотры, то просмотры упали. А раз просмотры падают, значит, интересность всей этой рубрики пошла на нет. Ну, а раз нет, какой смысл этим заниматься? Надо придумать что-нибудь другое. Может быть, как Саня и сказал, мы сделаем вот такую рубрику. Будем по воскресеньям дома... что-нибудь готовить, ну либо на плите, либо на мангале, там как получится, какие-нибудь такие рецепты. Мои рецепты должны быть оригинальные, потому что, знаете, я люблю взять тортик, ну в Крыму он называется таврический, но, наверное, в общем, бывшем СССР называется таврический, открываем тортик, кладем туда вареную колбаску, мажем ее горчичкой, сверху кладем второй кусочек тортика и кушаем. Обожаю вот такие я явства, так что рецепты от меня могут быть, будут вот такие вот непонятного такого содержания. Ну и, естественно, стандартные рецепты наши мы будем выкладывать семейные, потому что у нас их очень много. Раньше у нас вообще семейное блюдо был винегрет. Поэтому мы с винегрета и начнем. Салат оливье готовить актуально. Яблочко, какая не такая? Да. Вот помните, такая пословица, да, тут пошли дурака. За печеньем. Так вот печенье и купят. Вот нет, чтобы рюмочки. А там банка, да? Все, банка. А нет. Ребята, это уже перебор. Это то, что вот это вот. Это шкура. Перебор уже, да. Видишь, вот она. Ай-яй-яй-яй, очень горячая. Вот ну это... да, это не сгоревшая, это подгоревший сам маринад. Потом тут туда. Да, вот я уже делал так. Вот и все.
что, друзья, забили мы мики-баки. Смотрите, какая штука получилась. Вот это черное, если кто-то там будет сейчас эти дизлайки ставить, что вы жрете уголь и всякую такую фигню, я вам скажу, что это как раз та часть, которая вот так вот отделяется, кто ее не любит. И под ней вон розовая кожура. Но как раз вот это самое вкусное. Это как раз и есть медовая соевая штучка, которая очень мне вот это, как говорил профессор Преображенский, а теперь мгновенно вот эту вот штучку. Вот эту мгновенную штучку мы сейчас и будем усугублять. Так что оставайтесь с нами, сейчас посмотрите на весь стол.